Так, ребят, всем привет. Вот мы перекопали, взрыхлили виноградник возле дома. Полностью все перелопатили. Вот я вывез с курятника куриный помет, разложил. В надежде на то, что дождь пройдет и все это питается. И, как я вам уже говорил, посеял вот такую вот траву. Газонная трава, лилипут. Вот вам наглядно. Смотрите. Завидуйте, я гражданин, как было в одном стихе сказано. Вот такую вот траву можно посеять, выбирайте. Она низенькая растет. И косить ее часто не надо. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Желаю вам традиционно хороших урожаев, поменьше болячек на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.